Столичных стражей порядка пересадили на велосипеды. Пока, правда, в пилотном режиме. Результаты уже есть, говорят в ДВД. Участок территории, который раньше пеший патруль обходил за 2 часа, теперь удается проехать за 30 минут, отмечают полицейские. Он нововведение, расскажет Айгуль Жамалова. Вопросы есть? Больные, хромые? Вопросы о здоровье вполне уместны, ведь крутить педали полицейским приходилось в далеком детстве. Теперь это служебные обязанности, выполнять которые приходится непрерывно в течение 12 часов. Есть свои минусы и плюсы. Возможно, со стороны кажется, что это сплошное удовольствие и развлечение. Однако к концу вечера ноги все же устают и болят. Велосипедами российского производства вооружили пока лишь 4. Вот уже 2-ю неделю они патрулируют парковые зоны и узкие тропинки, где автомобили попросту не проедут. Частные правонарушения – это в основном распитие алкогольных напитков в общественных местах. Многие не в курсе, что это запрещено. Поэтому мы стараемся объяснить это людям. Видоизменился не только транспорт. Форма одежды стала спортивнее, обувь удобнее. Табельное оружие под боком и видеорегистратор на грудном кармане. Теперь доказать факт правонарушения проще, говорят полицейские. Пресечение и предупреждение административных правонарушений. Сам наша задача своим видом показать, что действительно город у нас полностью просматривается и видит, чтобы люди, отдыхающие в парках, чувствовали себя спокойно. Однако восторг по поводу нововведений разделяют не все. Некоторые стражи порядка по-прежнему предпочитают железным коням настоящих. Мы же скакали на лошадях с самого детства, в аулах, поэтому мне мой конь ближе. К тому же он развивает скорость гораздо быстрее, чем велосипед. Зато велосипед еды не просит, как и горючего, потому пилотный проект рискует стать не только успешным, но и экономным, пусть и только на летний период. Айгуль Жамалова, Болат Каманов, 7 канал.